В Бийске меньше чем за неделю число классов, закрытых на карантин из-за коронавирусной инфекции, увеличилось вдвое. Если в минувшую пятницу на дистанционном обучении находились учащиеся 24 классов, то сегодня, как нам рассказали в управлении образования, их уже 48. Но для детей нужно понимать, что это не просто каникулы. Занятия продолжаются, но уже в дистанционном формате. Что касается детских садов, то в Бийске из-за выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекции закрыто 24 группы. Положительные тесты не только у воспитанников, но и у персонала. Так, на больничном 5 работников системы дошкольного образования и 7 из числа учителей школ. Кроме того, на карантин в Наукограде закрывают классы из-за роста заболевших ОРВИ. На сегодняшний день таких 7.